А, там на старой. На старой все еще какая-то дичь происходит. Пойдем посмотрим туда. Что делать-то? Никто не идет в центр. Кровь. Кажется, он внутри ходит. Да, двое даже вроде как. Один вот там, другой вот здесь. Голова же, братанчик. Ох, блядь. А кто мне в голову на улице попал? Я не понял. Он сзади меня был все это время? Где-то там? Интересно. Откуда он там взялся? Сидел, что ли, там все это время? Шестьдесят первый. Нормально. Блять. Здесь еще один сидит. Двое. Один слева, один справа. Похили... Ой, блядь, как не вовремя. Она мне, наверное...
Мне бы похилиться, я весь раненый, пипец. Еще и нога забаговалась. И все, и там засели они внутри в ангаре. Так, а так? Один справа, один слева. Потные ребята, блядь. Но умирают красиво. На ролик пойдет. Вроде быстренько все случилось. Клип вылезет в самый раз. Спустился бы в подвал, блядь. Тогда я не услышу, что тут наверху происходит. Мало ли кто-то сейчас будет подбегать сюда. Не лезет в клип. Как я убил того, повернулся и убил этого, не лезет в клип. Там же должно полезть. До 2 минут, по-моему, там клип можно делать. Можно, конечно, взять снайперку. Болтовку. Блять, убирай рейси. Фига себе. Это что за грубияны пришли, я не понял, блин. На, друг. А, боится? Боишься, когда страшно? На. А я, кстати, взорвал еще одного. Я одного раз стрелял, второго взорвал. Один там сейчас в яме сидит. Вот здесь. В яме должен сидеть. Готов еще один. Найс. Вот тут уже полутаться даже успел жулик. А вот эта ямка более-менее, кстати. Ее, наверное, даже можно и переделать. Сейчас так, наверное, сделаем, смотри.
Оп. 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 Ух. Вот такое у нас примерно получилось. Блин, так в кайф с эмочки стрелять, капец. Сейчас, кажется, опять где-то человек 7, да? Семеро, по-моему. Раз, два, три. Да, 7. Найс. Хороший рейд. Крипинкрат. Тивинкрат. А потом люди удивляются, что их называют крысами, блин. Не называйте нас крысами. Неплохо. Че, сейчас лес, да, та следующая? Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные, во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.